Влачка, расскажи, с чего началось, в общем, твое увлечение или деятельность, связанная с тем, что известно уже стало всему городу? Ну, история не новая, она тоже известна уже всему городу. Попали мы случайно в это все дело. Я всю жизнь любила что-нибудь делать руками, шить. И попала работать в европейские гардины, как это тогда называлось, дизайнером, не умею рисовать вообще. Попала совершенно случайно, в нужное время, в нужном месте. Американская такая история у нас получилась. В это же время мы начали примерно с Сашей. Познакомились, начали встречаться. В общем, на каком-то этапе нам предложили все это дело купить. Денег у нас не было, естественно. Мы продали квартиру. Нас считали сумасшедшими, естественно. Время было 90-е такие, когда люди теряли, ставили все на карту, ва-банк. Мы просто знали, как делать. И, ну, то есть сомнений не было, потому что, в общем-то, мы знали, как надо делать. Я видела и работая, как делалось не так, как я бы делала. Ну и все, и мы начали работать, и, наверное, делаем это хорошо. У нас уже столько лет, мы уже 18 лет на рынке. Могу без ложной скромности сказать, что мы по шторам самые сильные в нашей стране, без каких-то сомнений. Когда приходит человек первый раз и рассказывает про свой интерьер, он рассказывает, как он очень красивый. Я не сомневаюсь. Безусловно, человек это делал сам, ему это красиво и замечательно. Но и цвета люди не так называют, как я их вижу. Да, человек видит свой зеленый, я свой зеленый. Цвет, стиль и вообще объем пространства. Для того, чтобы что-то начать делать, надо туда попасть. То есть изначально попадаем на объект, снимаем размеры, начинаем думать уже в масштабах этого объекта. Дальше все это разрабатывается, рисуется ручной эскиз карандашный. Никаких автокадов, никаких визуализаций мы не делаем. Рисуется живая человеческая, живой рукой работа. И уже с утверждением эскизов и самих тканей, то есть человеку предоставляется выбор в рамках его интерьера. Мы не запускаем сюда заказчика, рыться, количество тканей даже тяжело тут передать. И, естественно, несведущий, первый раз находящийся здесь человек, он не найдет свои шторы. А уже после того, что подобраны ткани, разработаны эскизы, происходит общение с заказчиком, мы все это показываем, рассказываем, объясняем, технически решаем его задачи, то есть сперва выясняем, что нужно технически, где ему надо, чтобы было темно, где надо, чтобы его не было видно, это совершенно разные вещи. Какое окно должно быть просто декоративно оформлено. Когда уже выбран какой-то ряд тканей и вариантов, мы уже начинаем готовить калькуляцию. Ну, Саша очень искусный, как это назвать. Есть люди, которые умеют дарить подарки, есть люди, которые умеют принимать. Он замечательно умеет дарить подарки. Он занимается подарком, он вынашивает идею, он создает это все месяцами. И у нас слоган Кошкиного дома, первый слоган был, что подарить тому, у кого все есть. Вот тот случай как раз тяжелый, так как мы за подарками в Кошкин дом сходить не можем, все же свое, все наше, захочу, вообще ничего не буду продавать, все себе оставлю. Вот. Саша мне дарит ювелирные украшения, придуманные им, и сумки, и сумок, у меня уже целая коллекция, вот это одна из них с логотипом нашим, все узнают нашего кота, такого уличного, поджарого, этот кот еще не дошел, наверное, до нас, в наши руки не попал, у нас таких худых нет. Семье. Вот, и у меня уже большая коллекция сумок.
к одному из оригинальных подарков моего мужа относится вот этот гобелен. Это почему он в салоне, такой культ личности. Это Саша заказал по моей фотографии одной из наших поставщиков бельгийской фирмы Ландерс. И они нам имеют возможность предложить гобелены по фотографиям, по хорошего качества изображения. Как монохромные, так и цветные. Вот. Он пока тут живет нескромно, как образец того, что мы можем предложить людям вот такие индивидуальные вещи. Кошкиного дома началась с морской темы. Мы влюбились в компанию голландского Authentic Models, начали дарить сами подарки, нашли точки соприкосновения. Мы до этого не занимались подарками. Сувениры — это не то слово, мы не любим слово сувениры. Сувениры — это что-то мелкое, может быть, не до конца качественное. Вот. И так как тема эта близка многим одесситам, рядом, мы все выросли с ним, много морских семей. Эти вещи очень хорошо себя проявили и очень пользовались большим интересом у покупателей. Люди приходили просто послушать. Это фирма, компания, которая дает каждой вещи легенду. Это очень интересно. И первое время приходили просто как в музей послушать рассказ о каждой конкретной детальке. И многие вещи мы черпали от приходящих. То есть, так как моряков много, мы учились пользоваться секстантом, все эти необычные приборы изучали вместе. То есть нам не стыдно было сказать, а как этим пользоваться, мы не знаем. Вот расскажите. Человек рассказывал. Потом мы поняли, что морская тема — это не единственная интересная в нашем городе. Очень много людей разных профессий. И стали расширять подарки на профессиональную тему, ну и уже предметы декора. Интерьерные вещи, они нам были близки, потому что хотелось дополнить. Часто люди советовались, что можно поставить в тот или иной угол, на полку. И теперь мы можем, во-первых, воплотить любую концепцию дизайнера и архитектора, поддержать любой цвет в интерьере, то есть человеку захотелось ввести какой-то цвет, а человек, как же я это поддержу? Да ты поставишь в этот угол вазочку, вот так, где ее взять. Вот. Мы можем подобрать все это, решить в комплексе. И очень многие вещи уникальны в плане том, что они выпускаются раз в полгода. Коллекция выпускается раз в полгода, каталога нет. Второй раз эти вещи не повторяются. Поэтому есть всегда возможность. Знаете, как хорошая косметика. Не надо менять бренд. Потому что внутри бренда так меняются вещи, что вы можете пользоваться одними и теми же названиями, но имея обновленную коллекцию. Клиенты, люди, окружающие подбивали долго на эту тему.
нравились мои украшения, не все готовы это одеть, но как искусство нравится всем. И у нас появилась Ringstory, дочернее предприятие, это ювелирная бижутерия. Вещи необычные, то есть натуральные материалы, вещи дизайнерские, уникальные, и мы с удовольствием этим занимаемся. Для себя мы творим сами, но пока только для себя. Вот супруг творит для меня. Вот. Там пока продаются вещи дизайнеров европейских, ну, кто знает. Появилась идея нашего салона. Началось все с того, что клиентки моей мамы Влады Дизик, владелица Кошкиного дома, всегда восхищались ее украшениями. Она вообще любительница крупных, ярких, массивных украшений, необычных. И они все время спрашивали: «Влада, когда ты будешь уже это продавать нам?» Вот. И так как раз случилось, что у нас было это помещение, и мы решили открыть салон. Можем начать с коллекции украшений с натуральными камнями. Вот, к примеру, кольца из этой серии. В основе этих украшений лежит медь. Она покрывается золотом, либо серебром. Вот. И также используются натуральные камни. Вот, к примеру, аметист. Вот розовый опал. Очень интересные, необычные кольца. Вот эта вот серия украшений, это тоже та же итальянская компания. Все вообще, все украшения в нашем салоне делаются вручную. Вот также кольцо с перламутром, кулон, кольца с голубым обсидианом. Вот интересный очень камень висмут. Этот камень производитель, мастер, который делает эти украшения, купил в очень небольшом количестве и выпустил с ним очень лимитированную серию украшений. Вот, например, браслет. Так он так вот называется. Вот, называется этот камень висмут. Это старинная технология производства украшений, камеи и инталио. Вот камея – это выпуклый образ девушки на камне, а инталио – это вогнутый, наоборот. Вогнутый образ. Вот так вот это выглядит. Эти камеи инталио изображены из стекла мурана с использованием красной бронзы. Это особое дерево из породы деревьев хурмы. Вот это черная порода деревьев. Они очень, дерево очень легкое, экологичное, гипоаллергенное. В нем очень много положительных свойств. Оно может быть с покрытием золотом, вот, к примеру, браслет с кольцом. Также в этой коллекции представлены серьги, а также как второе направление этой коллекции – это украшения из рога. Украшения из воловьего рога тоже очень легкие, удобные в носке. Вот такое вот кольцо экстравагантное, яркое, крупное кольцо. Заколка, также тоже браслеты, серьги, разные элементы. Также у нас представлены мужские запонки. Ну, может, и не только мужские запонки для рубашек, тоже с различной тематикой. Вот, например, тема дартс, наручники, джойстики, карты, компьютерные мышки. Тоже можно представить как интересный подарок. Часовые, кстати, вот механизмы. Украшения с часами, а также просто часы. Это делает болгарский мастер с настоящими винтажными механизмами. Это и советские различные механизмы 80-х, 90-х годов, которые вот он находит и удачно воплощает в украшения. Следующая серия украшений, которых можно рассказать, это больше, наверное, мужская коллекция украшений. Такие вот брутальные кольца, браслеты. Это тоже французский мастер. Делает французский мастер браслет-цепь, к примеру. Кольца в морском стиле с якорями.
также вот, например, кулон Алии. Это сталь, покрытая серебром и золотом. Вот тоже, кстати, интересная серия украшений. Это стекло Мурана. Вот, внутри фольга из золота и серебра. Также покрытие серебром и золотом. Вот сережки. А также кулоны. Можно компоновать наборы. Браслет с использованием бисера. Также в этой серии есть украшения, представленные в серебре. Используются в роли кулонов. Вот, броши эти делаются из старинных пуговиц в форме сов. Называется «Совиная семья» в переводе с английского. Это компания. Люди по всему миру собирают эти броши, создают из них целые коллекции. А на сайте этой компании можно зарегистрировать свою брошку с ее именем. К каждой из них прилагается сертификат с ее именем, номером. То есть тут каждая вещь, которая собрана, эту вещь я бы на себя одела. Ресторана, наверное, привело само помещение, в котором он существует. История ресторанов в том помещении, где мы с вами находимся, теряется в глубине веков на самом деле. И в этом самом подвале находилась ресторация Цезаря Атона, очень знаменитое предприятие своего времени. Вот. Потом, чуть позже, вместо ресторации Цезаря Атона здесь был пивной ресторан Баварии. В результате мы получаем то, что нас радует, и то, что мы с удовольствием и абсолютно не краснея предлагаем нашим гостям. И находим отклик в их глазах, в шуме вилок. И в том, что, общаясь с гостями, говорим в основном мы, потому что им говорить некогда. Ладно, мы забрались сегодня в таком уютном месте. Сегодня посетили много уютных мест. Вот, и заканчиваем нашу программу здесь. Соответственно, хотелось бы поговорить о чем-то таком, о домашнем уюте, о каких-то вещах, может быть, про кухню, что тебе интересно сейчас, да. Потому что у каждого человека, так же, как в стиле жизни, есть свой стиль питания. Режим питания очень такое дело. Слово «режим» ко мне вообще плохо применимое. Вот. Как я недавно гаишнику объясняла, что я вообще человек творческий, и мне вот эти вот все нормы, рамки, ограничения, это все очень. Я не люблю того, что полезнее, как разумбал. В общем, питание у меня очень. Я люблю мясо, рыбу и овощи. Люблю в основном сыром. Начала это потреблять до того, как узнала, как это все красиво называется, до того, как все люди поняли, что нормальные люди. Есть даже нормальные люди, которые едят сырое. То есть в виде тартаров, сашими, суши. Этого всего не было с детства. Я почему-то любила, не знаю, как это случилось. Когда бабушка давала котлеты, она попробовала на соль, фарш котлеты. Оказалось, что это очень вкусно. Питаюсь очень плохо, неправильно. Один раз в день, вечером. После 8 точно. Много. Ем много, много мяса. В общем, для животных. Я вот не знаю, как это вот сочетать, как отучить себя, но пока не получается. Я знаю, что ну, вот, стиль жизни, он, в общем-то, проявляется во всем. А у вас это, можно сказать, уже просто стало такой концепцией жизни. Судя по тому, по аксессуарам, по каким-то вещам, которые я видела в вашей коллекции дома. А можно рассказать об этом подробнее? Я знаю, что вы собираете уникальные вещи в плане одежды, в плане украшений. И даже сумки, я обратила внимание, совершенно необычно. Я с детства, в общем, началось, наверное, все с того, что я с детства шила себе все сама. Тогда не было, ничего не было, как в кино, так уже ничего нет. Не было за что. И училась я в такой школе 119-й, где у всех все было, у меня не было. И это меня, наверное, заставило
шили дома все, даже мужчины, у меня все умеют играть, держать в руках не только иголку с нитками, даже спицы, крючки там и всякие такие вещи, как на матроске. Я снова начала шить, но уже не своими руками. Очень повезло мне встретиться с человеком, который может воплотить мои сумасшедшие мысли. И человеку интересно, и мне. То есть мы творим. Мы с ней творим. Есть у меня такая волшебница Ира, и мы ее руками создаем все, что сегодня мы снимали, в общем-то. От шелка до меха. Все с ним умеем делать. Вот. А что касается аксессуаров, ну, в частности, сумок, это у меня муж волшебник, повторюсь, и он эти вещи все создает сам, и в частности, вот эта сумка, это создано им по его же портрету моему. Сначала Таш нарисовал, написал мои глаза маслом, потом сделал элемент под заказ, потом все это превратилось в клатч. Неплохой клатч, клатчик. Вот, и это одна из сумок большой коллекции уже. И когда-то я вот все мечтаю, когда-нибудь я еще не смогу оценить. Где мы еще о себе не заявили. Париж. Тяжело, да, Париж очень нас тянет, в смысле, очень нравятся эти вещи там людям. И очень зовут, и, в общем, может, когда-то мы и доберемся. Так как ну это же вещь уникальная, она одна, ну как же, это же на поток не поставишь, и в общем-то, пока это все на уровне разговоров, ну надеюсь, что я когда-то сдвину с места. То есть мечта заявить о себе вообще еще где-то и послушать, что об этом думают там, где давно знают, что такое дизайн, где доступны все материалы, ну, другие возможности еще. Людей, фантазии, люди раскрыты. Я так понимаю, что скоро вы уже будете выставляться не только в Париже, но и в Лондоне, может быть, даже в лучших домах дизайнерских с вашими коллекциями. А вот хотелось бы спросить об аксессуарах. Хотелось бы спросить о таких замечательных украшениях, на которые на вас надеты. Они всегда разные, всегда необычные. А вот по какому принципу вы их подбираете? И где же вы такое находите? Ну, аксессуары начались давно. Мне всегда нравилось большое. Я, наверное, маленькая, но должна на земле держать что-то большое. И вообще мне мелкое не идет. Это фраза моя собственная, сама придумала. И очень взята на вооружение многими моими знакомыми. Да, но мелкое мне не идет. Вот. Многое делаем мы сами, в частности, Саша придумывает многие украшения мне. Находим абсолютно везде по всему миру, и вылилось это все в дочернее наше, буквально дочернее предприятие Ringstory. Это давнее пожелание всех моих девочек-клиенток, когда же ты это все уже дай доступ. Мне все было ревностно, переотпустило, и все равно это вещи уникальные, действительно, второго такого нет, и поэтому как бы мне не жалко. Так приятно, вот на самом деле очень приятно, когда собирается компания, и девчонки все в украшениях из Ringstory, и все такие красивые, и так, вот абсолютно я как-то задумалась недавно, вот нет никакой, жаба не давит, наоборот, очень приятно, вот, ну, город мне сделал мой замечательный муж, это наш город. Город на ладони. Очень это Дубльгис. Это единственное. Да. Естественно, это Одесса со всеми нашими известными местами. Это кольцо очень знают, все мои клиенты знают, фотографируют. И оказывается, есть целое течение ювелиров, которые делают города. И собирались даже выставку, в общем, нас взяли в оборот там на эту тему, международную выставку колец городов. Вот. То есть, как выбирается, ну, нравится. Единственный критерий, нравится и все. Мне совершенно все, ну, все, что думает. Мне нравится. Кому не нравится, тут займусь. Я знаю, что вы часто всей семьей много путешествуете. И наверняка привозите из поездок всякие интересные вещи, которые мы потом можем у вас же и наблюдать. Расскажите, пожалуйста, может быть, о местах, вот, которые вам наиболее нравятся. Нам больше всего нравится, которые чем-то запомнились. Ну, нравится везде, особенно там, где нас нет.
Хочу сказать, что на сегодняшний день радует, так как мы давно путешествуем. Первые поездки, в основном во Францию, в Италию, мы брали наше чадо, нашу Луизу. И путешествуя с нами с 80 лет, она проезжала по Парижу, по Милану, в общем-то, как-то я не видела это все, и все пролетело, пролетело, и какое-то время очередная поездка, она говорит, ну что, опять Париж? Ну что я там не видел, не поеду. И прошел какой-то промежуток времени, она больше выбирала учебу, чем поездки. И наступил момент, когда вдруг ей все стало снова интересно, и она сейчас, ездя по этим же городам, получает новые впечатления, новые эмоции, тот же Париж, тот же Милан, и видит все по-другому. Как хорошо, что она выросла, как плохо, что она выросла, но она получает новые эмоции, новые впечатления. Самым любимым местом для путешествия стал Париж. И по работе, и в качестве отдыха. Мы очень любим, кстати, французскую кухню, возвращаясь к вопросу о любимой еде. Вот. Французская кухня, она такая легкая, разнообразная, наверное, действительно самая любимая. Последнее место, в котором я побывала, это Барселона. Я там туда ездила в отпуск, мне очень понравилось, очень много новых впечатлений. Не в первый раз, да. Была там не в первый раз, но в первый раз во взрослом осознанном возрасте и действительно посетила интересные места и запомнила надолго. Всем советую. В этом году, допустим, он мастер подарков, как я уже сказала, у меня так не получается. В общем, мучила мозг, чтобы подарить. И придумала формулу, поездку на Формулу 1. Выбрали Будапешт, ближе. И вы знаете, Будапешт открылся совершенно в новом виде. Мы там были 100 раз и не получали такого удовольствия. Но в этот раз просто совершенно европейский город. Мы проездом, ну как-то не было такого удовольствия, как сейчас. Как быстренько они отряхнули от себя вот это вот все прошлое. Чистенький, красивый, замечательный город. Очень похож на Париж, кстати говоря. Вот. И получился такой вот подарок. С вами была Галина Москвина и проект «Философия стиля» специально для журнала «Бизнес-завтра».